Итак, начинаем наше песочное рисование. После того, как мы легко раскатали песок по рабочей поверхности, приступаем к построению нашего героя. И здесь нам необходимо обратить внимание, что наш попугайчик состоит из трех простых фигур – круга, овала и вытянутого треугольника. Построив эти фигуры, приступаем к их вырезанию на песке. Все это мы делаем большим пальчиком. Вырезая форму попугая, стараемся не выходить за линии уже построенной фигуры. Далее тем же большим пальцем рисуем хохолок и клювик. Глазик наносим приемом рисования из кулака, добавляем тонкую обводку и, конечно же, не забываем наносить блик. Это можно сделать как кончиком ногтя, так и мизинцем. Теми же пальцами рисуем крылья. Далее рисуем ветку дерева. Форму маленьких веточек можно нарисовать очень свободно. Попробуйте придумать свои ветки и перенесите их на песок. Последние детали рисуем лапки и хвостик. Кстати, а вы знаете, как будет попугай по-английски? Parrot. Запомните, как пишется и произносится это слово. И, наконец, легкими касаниями пальцев наносим листики на наши ветки. Как видите сами, это делается очень легко и просто. Наш попугайчик готов!